Лето, жара. До зарплаты еще неделя. Ресурсы на исходе. Иду в продуктовый. Принимаю оптимальное решение купить курицу. Уже дома открываю и понимаю по характерному запаху, что мясо не первой свежести. Гневу моему не было предела. Но идти разбираться с этой проблемой в магазин не в моем стиле. Я просто вернулась туда с курицей и оставила покупку в камере хранения, забрав ключ с собой. Больше в этот магазин не возвращалась, но, надеюсь, сотрудники долго искали источник вони.